парни это не хотят со мной дружить. Какие с ними ла-ла-ла-ла-ла, шалимаба. Перевернуто. Я не знаю, что делать, вообще не знаю. Куда у нее эти чашки кофе помещаются? Он совсем поехал. Как игра все-таки меня любит. Она просто взяла и зависла, когда, сука, я пытался пройти. Я не знаю, я, может быть, попытаюсь, сука, уйти просто на другую, блядь, сторону. Да, и сделать вот так. И все. 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 Там было просто триллион всяких монстров. Ну их нахер, честно. Меня это уже начинает порядком раздражать. Как всегда, от этого звоночка никакого толку. И нам тут надо опять двигать предметы, да? Видимо, да. И... А нет, тут радио. Тут что-то радио. Да, я его включил. А теперь мне типа надо активировать вот это? Или нет? Ну-ка. Вторая комната должна открыться. Да. А, должен везде радио, короче, включить. Оно везде выключено, а я вот такое врубаю. И ничего. Но я должен дверь открыть. Сейчас я нажму, меня, наверное, телепортируют. Ха, а меня не телепортируют. Потому что я тут застрял, походу. О, да ну, я открыл. Ключи. В первый раз это... Хрень была не бесполезна. Я реально, по-моему, нашел все, что мне надо. Или хотя бесполезно, потому что я взял ключи. А дверь нужную? Какую? Я найти не могу. Типа мне в эту дверь надо зайти? Лол? Лол? Серьезно? Пиздец. И они серьезно, да? Да, следовать за видениями Ахти. Ебать. А тут я еще... Я тут был, нет? Или не был? Капец. Я думал, что-то я сделал не так. А тут, блядь, просто, сука, дверь была другая. Сводка по Албане. Нам тем временем надо вообще далеко идти на ту же сторону. И я чувствую, меня тут не рады, да. Придется бежать. Другого выхода просто нет. Ну, сейчас чуть полетаем, и вон. Наша точка... Тут. Быстрее, давай, Джесси, я верю в тебя, ты сможешь. Нахер этих ублюдков. Там какой-то очень страшный батл идет. Мы там явно лишние, так что... Ой, чуть-чуть взял и не упал. Вот, еще чуть-чуть. И что мне прям... Ай. Серьезно, мне сюда? Типа сюда, на самый низ. Вот это да. Ну давай, чё. Оу, здорово. Пока. Так пугать не надо. Скримеров еще здесь мне не хватало. Скримеры это плохо. Так что идите и работайте, сука, а не здесь находитесь. А, типа, мне не туда надо?
Там какой-то фуникулёр. Ну и где, где еще один? Сучко. Блять, да тихо, можно как-нибудь поаккуратней. О, да, правильно, уходи отсюда. Тебя тут не рады. Достал. Ай. Ой, ну и вас нахер, пацаны. Честно, в жопу. Да, я эту хрень должен дождаться. Пока она приедет. Блядь. Тихо. Сучка. Нет. Нет. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. И кажется, а кому-то сейчас опять будет капец. Капец! Капец! А мы будем сидеть, да? Они нас не заметят? Сука, он меня видит. Вот как он меня видит? Как он меня видит? Если я даже не высовывался. Я даже не высовывался. Это бред. Так, записку надо забрать. Записка моя. Работай. Все. Дадим будет на меня работать. Хорошо, он пока будет отвлекать. А мы будем ждать нашей остановки. Мы тупо их будем ждать. Давай, быстрее, ну быстрее. Хорошо. Ой, нехорошо. Вот это не есть хорошо. О, блядь. Давай. 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 Давай, 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 давай. Я приехал. Назад. Назад. Дура, назад едь. На, видишь, там вообще жопа полная. Парни это не хотят со мной дружить. Как... Почему именно я? Почему? Почему я такой невезучий? Просто почему? Я сейчас умру. Нет. Я хочу жить. Я хотел жить. Будем тут сидеть. Будем, сука, тупо тут сидеть. Нас нет. Мы спрятались. Никого плохого тоже нет. Мы даже не шевелимся. И только вот не говорите, сука, что вы меня заметите. Вот только не говорите. Мы ждем наш фуникулёр. И я слышу, что... По-моему, там кто-то заспавнился. Вроде бы да. Какие-то очень страшные звуки. Вот как он мог понять, что я, сука, здесь? Вот как? Я не поверю. Я не поверю. И то, что я опять упал, я тоже этому не верю. И ты тоже этому не веришь. Это тебе кажется. На самом деле я вон там нахожусь. Да, вон там. Не здесь. Ага. Конечно, ну свое-то мы заберем. Нами добытое добро. И думаю... Да, нам надо бы это... В другую сторону, в другую. В этот раз я буду сидеть и вообще не двигаться. Ну вот в жопу. Я не хочу новой встречи, все. Сука. Казалось бы, вот казалось бы. Обычный фуникулёр. Надо дождаться своей остановки. Но только не я, да. Только не я. Мне надо поспешить, либо посидеть, пострадать херню, чтобы потом умереть, попрыгать. Нет, сейчас я этого делать не буду. Я буду просто находиться на нем. И не сделаю ни одного прыжка.
буду тупо стоять. И он как назло, он испытывает меня. Он хочет, чтобы я вот попрыгал. Там, поделал рывки. Чтобы я во время этого всего говна упал. И, кстати, вон я вижу, на мои хп валяются. Которые я не подобрал. Давай быстрее, быстрее. В принципе, я могу отсюда уже долететь. Блин, ну нахер. Честно. После того, что со мной было, я не рискну. Я лучше дождусь прямо. Давай. Вот прям, а как она остановится? Вот прям в точь-точь. Я возьму и... выйду. Все. Так, и тут у нас... какое-то вообще большое пространство. И тебя активировать нельзя. А тогда что делаем? Просто бежим? Впереди что-то есть. Ты видишь? Пластиковое дерево, напомню. Вау! Ахти. Лес. What? Чё за лес? Ла-ла-ла-ла-ла, шалимба-ба-ба-ба, деревья, чё-то там. Да-да-да-да-да. А вот так смотрим, ничего нет. Эй, девочка. Для Афин выходной это святое. А мы не будем смотреть, мы читерим, понимаешь? Мы наебали игру. Мы наебали систему. Ой. Типа, это какой-то песок был или деревья? Не понял. Ахти? Что? Уши наделала в штаны? Что уши наделал? Да. Так. Ближе к делу, хорошо? Возьми мой плеер, можешь пользоваться. Песня — это подарок моих друзей тебе. Симашу, ты придешь в лабиринт и сделаешь свое дело. Да. Это и вправду произошло? Он дал мне свой кассетный плеер? Поможет мне пройти сквозь лабиринт? А? Уборщика всегда есть ключи. Так, точку надо захватить. Так, а мы это... Типа, нас туда не впустят, да? Там просто какая-то очередная пропасть, конец карты. И все. Ну-ка. Хочу просто для интереса посмотреть, может тебе тоже интересно, что здесь. Ой, ну страшно. Страшновато. Какая-то бесконечность. Тупо бесконечность. Белый свет никуда. Мы отправим... О, а там что-то есть. Мы отправим свой камешек. Далекое путешествие. Может он до чего-нибудь долетит. Не, ну там реально как будто что-то есть. Что-то определенно есть. Да ладно, нам этот... Надо валить отсюда. А именно добраться до дела пространственных исследований. Лабиринт пепельницы. У нас три очков навыка. Чем мы можем? Чем мы сможем? Продолжить захват. Чё, во время левитации спустя для удара земли нанесение урона, находясь поблизости врагов. Вот это прикольно, кстати. Вот это можно. И все. Контрмеры совет. Где? Где, сука? Где, блять? Чё? Маневрирование с оружием? Типа. Убить врага. Это надо было все принимать? Серьезно? И за это мне бы давали халявные моды. Охеренно, чё. Я даже про это не знал. Я думал, это так чисто просто. Нам дали и все.
как бы советы какие-то. А там, оказывается, это типа какие-то такие дополнительные квесты, что ли, которые нам разблокируют вот эти вот никому не нужные вот эти бесполезные моды, которые якобы нам помогут. Да, вот, прогружайся теперь. А, нет, не вот сюда, да? Перемещаясь по лабиринту пепельницы, добраться до дел пространственных исследований. О, чё, зарок пошел. Take control, а куда? Control. Ага. Типа он сам меня ведет, да? Мне даже думать тут не надо особо. Тупо бежишь и все. Мечешь. Take control. О, нет, еще ты. Take control. Стой. Вот тебе take control. Там еще кто-то, да? Ха. Лох. А что-то музыка потише стала. А, нет. Нормально, бежим. Музон. Надеюсь, меня не забайтят на авторских правах. Блять, а скорее всего забайтят. Сука. Я сейчас умру. Ой-ой-ой, я умру. Это я умею. А, нет. Не умею. Умирать нельзя. Ой-ой-ой, блядь. Да, сука, это я умею все-таки. Хоть я и умер, но вечеринка продолжается. Служи мне. Давай. Все, молодец. Стой, вот этот. Вот, лови своего друга. Да, молодец. Давай, подчиняйся. Во, веселье пошло. Зажигай, жги, зажигай. Во, рукопашку. Как и надо. И мы открыли, дальше бежим. Не отстаем от ритма игры. Ой. Это вот тут надо бежать. Во время левитации... В. А, типа так могу в воздухе? А. Серьезно, типа в воздухе могу? И у меня кулак еще, да, есть? Да. Лол, вот это вообще прикольно. Куда бежать? За тобой, да? О. Мне типа на дверь. Да? Да. Ходу на дверь. А тут все перевернуто. Я не знаю, что делать, вообще не знаю. Да. Хорошо. Летим. Стой. Лети, я сказал. А куда лететь? Ага. А, платформа. Все. Хорошо, бежим дальше. Блин. Куда? Сюда? А нет, сюда походу, да. А нет, я отсюда же пришел. А, вот дырка. О, но приемчик в действии. Ой. О, я увлекся, да. У нас вечеринка, тут надо быть немножечко по это. Take control. Да, стой. Ой. Немножечко. Вот чуть-чуть. Ай! Все. Ох ты ж, сука. Молодец. Давай, будешь теперь моим. Это тебе отместка. И хп еще соберем. Ну сейчас ты подохнешь от моего подчинения. Сука. Давай теперь ты будешь тоже моим. А ты стул лови. Убить врагов с помощью таблина оружия уже 5. Хорошо. Челлендж. У нас такой челлендж. Играем чисто стабильным. А, бля.
Ля-ля-ля. Блин, челлендж не выполнил, нам было его добить. Надо было просто добить. Ну ладно, с этим выполним. Точно выполним. Стоп, давай. Ну давай, 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 давай. Да, ублюдок. Ублюдок какой. Да, нифига, да иди ты нафиг, все. Не хотел ложиться, все, уже 40 косарей, 40 косарей. Мать его, 40 косарей. Так, это кто-то больно. Кто-то любит бить больно. О-о-о, мы попали. Мы попали просто в задницу. Большую задницу. Очень большую задницу. Бля. Ай. Там хп. Хп. Это хорошо, но... Ой. Вот это плохо, кстати. Это очень плохо. Стоп. Давай. А! Стул. Все, ловите. И гранату тоже. Ага. Я не знаю, что шарик делает. Шарик, наверное, тоже больно бьет. Он ни разу меня не бил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой, блин, потерял. Верни обратно. Блин, а хп-то мало. Ой. Вот чуть-чуть бы и все. Ага, все, мы успели. Мы успели, это главное. Теперь возвращаем мое оружие. Табельный челлендж. Стой. Ой, а где граната? Я же гранату взял. Я же, по-моему, взял гранату, не? Вот это он тоже. Все. Достал. И вообще их, наверное, можно пробежать. Тупо с ними не драться. Типа, ну блин, я что-то боюсь. Я боюсь. Контрол. Ты контрол. А гранату держим. Граната будет у меня. На сохранение. Давай еще гранату. Еще. Гранату давай вот сюда. Правильно, правильно, молодец. Еще. Вот это я зря, блин. Вот это я вообще зря сделал. Ну-ка. А я могу убежать все-таки? Или типа... Нет. А, кстати, он... А, нет. Он, я думаю, он безопаснее будет. Если на него в лобовую прям... Нифига. И лови гранату свою на прощение. Вот это бодренько. Вот это прям вообще живенько. За всю игру столько не было. Бодрячка. Вот это меня... Они меня опять забайтили. Тут. О, здорово. Ага. Давай, со мной пойдешь. Пойдешь со мной помогать мне. Или не пойдешь? Еба, и куда? Типа спускаемся. Диван. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, еще четверых. Ну, вот эти вообще есть. На них только фармить и можно эту всю хрень. Уже двоих. Тут мы долетим. А если бы я бы не получил свои скиллы, вот левитацию и тому подобное, то они бы... Как мне тут бы вообще проходило это все? Или это обязательно надо было получить, прежде чем начинать это задание? Что без левитации тут делать просто нечего. Вообще нечего.
Ага. Сука, почти убил. Почти меня убил. А все? Тут, по-моему, был еще один. Ладно. Бежим, бежим, бежим. Летим, бежим. Все? Это весь лабиринт? Древние боги Аскарта. Это было великолепно. Ну да, это, вот это было прикольно, согласен. Трейдж. Экспедиция, где про странствие, Трейдж 6. То, с чем вернулся Дарлинг. Изменило все. Обыскать зону? Отдел пространственных исследований. Я так понимаю, это у нас жалоба на уборщика. Можно посмотреть. Наверное. Да? Или хотя нахер оно надо? Я его фиг еще найду, эту жалобу на уборщика. Походу, да. Жалоба на уборщика. Тут просто триллион. Триллион записок. А какую-то... Жалобу на уборщика я... Жалоба... А хотя вот, вот пошли какие-то жалобы. Вот жалоба на уборщика. Кто-нибудь еще видел здесь этого уборщика? Разве это не зона ограниченного доступа? Кто дал им разрешение входить сюда? И как он, черт возьми, прошел через лабиринт? Да, ветераны бюро контроль. Плохой уборщик, что сказать. Yeah, да, ты хотел, чтобы... Все началось с поисков диапроектора. То, что осталось в ординариуме, заканчивается здесь. You, me, ты, я, Дилан. Мы все прошли полный круг. Все-таки, да, это, походу, уже разведочка пошла у нас. И нам напоследок дают точку контроля. Чтобы мы, этот, так сказать, здесь сохранились. И, видимо, это, да, это последнее место в игре, которое, где мы еще не были. И оно финальное. Контрамеры совета. Что, я выполнил? Под конец игры выполнил, да. Так, и нападение сектора. Чё? Убить носители плесень. А, ну все, они тут, короче, по очень случайно идеальный мод оружия. Дают модификации для оружия, чтобы мы задерживали здесь надолго. Собирали там 4-й уровень модификации, 5-й, 10-й, 20-й. Чтобы мы не переставали играть в их игру. Здесь была дверь, в какую мы зашли с Диланом, куда вел нас делать проект, где мы встретили тебя. Бюро открыло здесь ту же дверь, но тут лишь эхо. Так, мне еще теперь надо это... Ты близко. Но лишь в другой стороне. Надо найти дверь? Какую-нибудь, да? Дверь. Где дверь? Вот эта дверь. Нет. Походу нет. А может и это? Где проектор? Здесь нет. Опять куда-то перенесли. Что Дарлинг с ним делал? Нужно это выяснить. Еще кнопка какая-то. А зачем мы все закрыли? Зачем мы все закрыли, алло? Открывай. Нам наоборот надо что-то сделать. Остался только что? Сестра Дилана сожгла остальные в ординарами, и мы не успели вмешаться. Надпись на цветной диафильме этой стороной экрана и цифра 36. Привет, диапространство 36 имеет глубокую великообразную форму. На слайде вдалеке видна структура из 5 колонн. Похожа на грубые вытянутые пальцы. Во время нашей первой экспедиции были жертвы. Одна из основных проблем... звук там не распространяется, как будто все глохнут. И рация перестает работать. Поправка, звук там все-таки есть. Это резонанс, частично находясь лишь в диапазоне частот. Он ведет себя непредсказуемо, вызывает циклы обратной связи, которые могут разорвать человека на части. Тренч утверждает, что слышал еще что-то. Это нечто вызывало... Наше оборудование не засекло ничего, помимо основного резонанса. Медицинские тесты Тренча также ничего не дали, да. Никаких результатов. Да. Да-да-да. Ту-ту-ту. Будем смотреть в темный экран. Ту-ту-ту. Закроем дверь.
Выйдем отсюда, провоцируемость с каждого сладости. Ты опять что-то там говорил? Еще что ли сообщение? Че на этот раз? Провоцируемость с каждого сладости изображение физический портал в другое измерение. Остался только один слайд. Сестра Дилана сожгла... А, это уже было. Это уже же было, да? По-моему, было. По-моему, было. Ты мне зачем все это два раза объясняешь-то, а? Там был какой-то лифт. Что-то... Подожди, я не понял. А это что? Это вообще куда? Подожди. Лучше я не буду спускаться, а пойду в эту дверь. И чё тут? Опять бумаги. Хранение гидрона. М-да. Ну, рисунок. Типа... Сейчас повторим. Вот... Нет, подожди. Вот. Экспедиция 3. Мы нашли источник резонанса для пространства номер 36. А это сущность массивный живой организм. Он многократной формы, я назвал его гидрон. Гидрон? Это была ты? Он тебя принес сюда, а поэтому ты привела меня сюда, да, да? Ты здесь? Вы здесь? Ты у них? Я тебя знаю. Обследовать камеру хранения гидрона. Я помню с ординариума. Я думал, что никогда не вижу тебя снова. Погоди, я уже. Блять, гидрон, сука. Миссия. Давай расшифруем. Все, что мы услышали, для проектора входа в другое измерение, где они захватили нечто. Взяв кассетный плеер Ахти, Джесси возвращается в лабиринт, намереваясь добраться до отдела пространственных исследований и диапроектора, чтобы положить конец угрозе со стороны ИСов. Джесси проходит лабиринт Пепельницы и добирается до отдела пространственных исследований. Она узнает о том, что люди из бюро использовали диапроектор для входа в другое измерение, где они захватили нечто, названное ими гидроном. Диапроектор куда? Куда-то забрали, но Джесси осознает, что на самом деле гидрон — это Полярис, ее внутренний поводырь, и что именно Полярис является источником, запитывающим рок. Поняли. Окей. Так более понятно. Хорошо, значит, нам сюда? К этому гидрону? Сюда? У тебя столько сил? Дарник использует рук, чтобы запереть внутрь? Уверена? Ладно, я иду. Жди меня. Ломаем болты, сука. Эй. Я нашла тебя. Опять. Ловит флешбеки с Диланом. Какой же у нее ебало? Он такой стрёмный. А где субтитры? Субтитры можно, нет? Нет! Почему ты захотел... Это была ошибкой. Иди в жопу, тупой ИС. А нет, ты мне будешь помогать. Пока не уходи. Ой, там что-то больно. Очень больно. Больно. Ла-ла-ла-ла-ла. Ебанешься. Тупо ебанешься, сколько тут вас. А вот нет, вот ты не стреляй. Мы с тобой договоримся. Ты теперь работаешь на меня. На директора. Ха.
Вас надо разрушить или что? Что-то я не понял. Что-то активировать? Разрушить? Сжечь, разобрать? Да. Надо. Типа поменять курс. Потому что они эту хрень сдерживают. Иди к черту! Да, иди к черту. Мы ко второй. Блин. Я взламываю, они спамнятся. Сука, их вообще до хрена. Их тупо до хрена. Бежим. Бежим! Джесси, давай. Стоп, вот. Ты завались там, слышь? Нам надо... Не мешать. Главное, не мешай. О, кто-то в меня гранату кинул. Уйди от нее! Кто-то в меня гранату кинул. А, все, вас нет уже. Я все взломал. Очистить сифон. Сифоны. А нет, еще один. Еще одна, сука. Да как так? Ну да, ты метки, конечно. Ой, нет. Я не долечу. Надо отсюда стартовать. О. Все. Последний, давай. Джесси. Сука, нет. Не дают. Мрази. Да. А вот это вот вообще сейчас просто так к месту. У меня идет развязка, я беру и падаю. Ну ладно, хоть спасибо, что вы так любезны. Не сбросили мое сохранение. И оставили только один лазер, да? Так, а вот теперь бы... Мне бы по-быстрому просто, сука, с этим расправиться. Ёбаная штукатурка. Блин, ну тут шотган нужен. Тут по-любому шотган. Лови. Все. Он их на себя отвлечет. А я тем временем... Нет, я тем временем не смогу. Я думал, я успею. Сука, он еще хилится, мразь. Этот ублюдок. Сколько тебе? Во. Вот шарик молодец, он его прибил. Ну-ка, успею. Успею. Нет. Блять, нет. Почему вы мне не даете просто это сделать? Чего все такие противные? Я должен вот с каждым тут разобраться, чтобы... Черту! Да ну нахер. Да ну нахер я это сделал. Почти, да? Потому что я вроде вижу еще один луч. За что вас так много? Просто объясните. Зачем вы так искусственно растягиваете эту тупую миссию? Просто зачем? К чему это все? Игра от этого лучше не станет. Да, вы только не дадите попотеть. Нехило так. Ладно, я вас обойду. Я хитрее буду. Я буду тупо хитрее. Вот так вот. О, гранату, забери свою. Что это такое?
что это такое? Просто объясни мне. О, молодец, упал. Вот так и надо было с самого начала. Все, иди работай. Колбаси их. Вот, вот, вот этого надо вот так. Ай, ай. О, опасно, опасно, опасно. Тупо опасно. Так, стоп, угод гранатку. Слушай, забери себе. Блин, не забрал. Вот этого главное забрали. И как назло, вот как назло, его заспавнили прям с тем, что мне и надо. Это вот, это, ну это капец. Вот уроды, ой, уроды. Я вам это припомню. Ой. Ну да. Давай подентим, ничего бы и нет-то. Сука. Главное, самому еще не упасть, блин. Ты вообще иди отсюда. Чего-то попасть не могу. Зато этот прям снайпер. Он в каждую точку попадет. Вселенной, где бы я ни находился. А тебя, кстати, можно столкнуть? Можно, да? Или нельзя? Не, лучше. Я лучше не буду экспериментировать. Я лучше тебя буду так же кидать, как и кидал. Все, что движется, все, что движется. Там снайпер. Снайпер! Давай, давай. Будешь теперь моим. На этот раз я такую ошибку не допущу. В этот раз все будет так, как я хочу. Получай. И ты тоже получай. Ну-ка, давай, давай, давай. Чуть-чуть. Надо просто держать такую кнопочку и успеть. Все. О, боже, боже. Это какое-то насилие. Это реально какое-то насилие надо мной. Тут просто этих миллион врагов. Блин, и каждую эту еще активировать. Я в ахуе просто. Да получай ты. Ай, не-не-не-не-не, вот ты будешь по ним лучше. Ты мне пригодишься, все. Ебать, охуенно. Тупо охуенно. Охуенно. Угу. Конечно. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Дам, дам, дам. Что мне делать? Конечно, я не знаю с такими хп. Я думаю, ответ очевиден. Мне придется умереть. Иначе я просто буду тратить сейчас время. Умирать тоже, сука, как-то не хочется. Ну, придется, да. Спасибо, игра. Спасибо, что убила меня быстро. Не заставила меня просто мучиться. Третий. Последний. Да. Да. Теперь бы добраться еще хотя бы до туда. Давай, 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 давай. Работай. О, не. Не. Явно я это не потянул. Мне надо будет спускаться. Вот здесь лучше. Я лучше здесь посижу. Они пусть там сами разбираются.
Хорошо, хорошо, я вас понял, я вас понял. О, не, я вас нифига не понял. Я вас тупо не понимать. О, вот это было эпично, конечно. О, не. Вот тут, тут лучше отступить. Честно. Ебать, я в ахуе просто. Я в ахере с этой последней миссии. Она творит какую-то невъебенную дикую дичь. Такое вытворяет, блядь. Она спавнит тут триллионы врагов. Как бы, сука, просто мне не дать пройти. Нет, уж так разбесит. Блин, я не знаю, с какой попытки я уже пытаюсь эту хрень пройти. Это все типа враги. Да ну нахуй. Серьезно, это типа все враги? Бля. Блин, как вот как теперь спрашивается мне добраться? Только потому, что ли, входу? Походу, да, мне только он по той херне. Либо в обратку там лететь. Я ору с этого. Сука. Ой, не нахер. Нахер это все. Тупо нахер. Заберу свои хп. Вот ладно, ты еще за мной прибежал, да? Просто пиздата. У меня кроме матов, насчет этого всего у меня нет ничего. Охренеть. У вас там четверо таких уёбков. Отсюда я попаду. Так, ну вроде одного убил. Вроде второго. Либо кацанул. Из меня снайпер... Просто офигенный! А с них еще лучше. Блять. Сука. Ладно, сейчас я вот эту вот взрывчатку, значит, попробую кинуть в них, если она долетит. Ну-ка. Так, вроде попал. Ебать, тарелка, сука. Охренеть. Да падай уже. Я тупо не могу подобраться. Ну почему? Почему тут такая слишком сильная охрана? Ага. 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 Ай, блядь. Угу. Чё наш? Нет. Тут тупо бежать. Тупо бежать. И не более, вообще надо куда-то. Бля. Я не в выгодном положении. Он меня может отсюда даже попасть. Да! Он сюда прибежал! Этот выблядок сюда прибежал! О, хп! Хп, 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 хп. Ловим хп. Я не знаю, они какие-то, вот именно в этой миссии их много. Видимо, я недостаточно
прокачался. Игра мне такая говорит: ты ее не закончишь, пока мы так тебе не разрешим. Вот выполнил бы ты тут все наши побочные квесты, и тогда да, мы бы тебе дали ее закончить. А до тех пор нет. Сука, играй в эту игру. Если ты не хочешь в нее играть, то все равно в нее играй. По-моему, один остался, он снизу, который ублюдок. Сраный, и все. Вот здесь я всех убил. Не знаю, как это у меня получилось. Но это просто было что-то с чем. Отвали, Паков. Ага. Еще хотели ко мне подослать. Добраться до Полярис. Неужели, блядь, мы это сделали? Мы это сделали. Пожалуйста, хоть бы это было правдой. Ага. Я понял, надо было мне вот тут. Да, вот здесь. Потом вот так. Потом вот здесь. И все. Что, она разрушилась? Нет. Нет, да. Плакат сорван со стены. И за ним ничего нет. Только камера. Смерть. Я ошиблась. Там никогда ничего не было. Эй, Полярис, ты где? Не покидай меня! Прости. Почему ты покинула меня? Она сошла с ума, да? Да. Ты черта... Ты черта... червоточина сквозь время? Че? Она стала зависима от эйсов? И типа... Это... Все? Это такой конец игры. Рили. Пропустить не... Подожди, пропустить нельзя? Сука, да почему нельзя пропустить тут титры? Тут даже титры не пропускаются и... И какие-то это необычные титры. The Name Sound. Мне что-то подсказывает, что это не те титры, которые у нас обычно идут в конце. Наверное, это еще не конец. Смотрим, тогда ждем. Ты что-то... Чем могу помочь? Мне нужно, чтобы эти отчеты передали Куцу завтра с самого утра. Бюро преуспело в этом. Защитите рядовых американцев от угрозы извне. Это новая девушка. Весь день летает в облаках. Вместо выполнения своей работы... Черт, с кем она себя возомнила? Директором? Взять контроль. Джесси сменила прикид. Она оказалась... В бюро, в котором все нормально. Время – деньги. Извините, мадам. Время – деньги. А можно узнать миссию? Или... Миссия... основная миссия пропала. Взять контроль просто. Проверить доску объявления на наличие задания. Ну, вот это вот все. Вот параша, да, тут плесень какая-то, грибы, мусор. Письмо? Еще письмо. Убрать чашки от кофе? Доставить почту? Отсканировать бланки? Вы опоздали, а пожалуйста, дайте мне шанс. Я могу лучше. Типа, это у нее какое-то видение, она...
Это все. Спасибо вам. Спасибо. Она превратилась, это ее ночной кошмар, она стала офисным работником, которая типа все делает. Моя девочка на побегушках? Не понял. Дайте мне знать, если вам понадобится что-нибудь еще. Это какой-то кошмар. Отлично. Теперь уходите. Без проблем. Блять. Давай, че украют? Каждому столу так. Че за бред? Это точно контрол? Ебать. Куда у нее эти чашки кофе помещаются? Боже. Че еще? Еще? А автоматом разве нет в принтере такой функции, чтобы сделать сразу все экземпляры, не? Как-то это крипово. Серьезно? Сканировать бланки? Да ладно! Это бесконечно будет длиться. А ничего, серьезно? Может быть, это все для отвода глаз? А сделать мне надо что-то другое? О. Новый сотрудник творит беспорядки. Уволить его быстро. О, тренч. Нет. Служу с гордостью. Вы более чем правы. Бюро имеет феноменальный послужный список тем. Так много раскрытых дел. Все благодаря нашему директору. О, значит, ты не потерялась? Наверное, ты сможешь найти дорогу в офис директора. Ну да, надо отсюда бежать. Не, сейчас я занят. Зайдите позже. Чё? Простите, прошу прощения. Тренч. А. А. Тут закрыто все. Чудесная работа, действительно, да, да. Самое офигенное быть офисным работником. О. Какая наглость, достать почту офис директора. Ага. Но я почему-то к этому не подошел. Хотя я это видел. Что она несет? Взяла почту директора, новенькая, совсем охренела. А еще она важная. Ну теперь ты меня пустишь. Отлично, я ждал свою почту. Просто будьте добры, оставьте ее на столе. Вы? Новенькая? Верно? Ладно, добро пожаловать в бюро. Рад приветствовать вас в бюро. И вам следует гордиться? Мы делаем здесь очень важную работу. И не волнуйтесь по поводу того, что начнете с самого низа. Вы знаете, я не всегда был директором. Я начал должности обычного агента. Да, было время. Я никогда не думал, что когда-то буду сидеть здесь, старик в большом кресле. Как говорится, когда тебе толкают вверх, ты заканчиваешь за пределами своей зоны комфорта. Да, также, пожалуйста, захватите исходящую почту. Забрать почту директора? Что? Что происходит? Плохо дело? Нет, это не я, это не я. Я тебя не чувствую. Я кое-что забыла, поверить не могу думать, я в растерянности. Проверь доску объявления. Где ты? Я ничего не чувствую. Я не хочу здесь быть одна. Блять, где я? Почему она не кончается? Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу домой.
Блять, как-то это крипово. Куда бежать? Опять к директору? Время – деньги. А чё ты горишь? Почему вас здесь держат? О, он кто-то с катушек поехал. Может, к директору все же? Я не хочу опять кофе убирать, заниматься этой фигней. Продолжая попытки, ты все ближе. Я должна попасть внутрь. Что вы хотите, вам следует продолжать движение. Уходите. Не беспокойте меня. Надо найти почту. Мы будем это повторять, сколько потребуется. Блин, мне надо что-то определенно найти здесь. О, ебать. Ты чё бы так пугаешь? Видимо, ее сознание, оно сейчас в тумане, и она пытается как-то все прояснить. Дилан? А, надо добраться до Дилана как-то. Дилан, а вот как до тебя добраться? Че, блин, происходит, сука? Вот, сейчас появилось это. Разве неизвестно, сколько опасен старый директор? Он неустойчив. Он прервет нас на куски. Она взяла почту директора, это улики против директора. Она что, в офис старого директора? Нужно быть, они вместе заодно. Они явно заодно. Нас захватили. Я должен действовать. У меня есть план. Ответ. Я принесу диапроект, сорвадил ностальгии. И включу его. Я приведу Исов. Я это исправлю. Я слышу, как они плетут заговор против меня. Нас захватили. Заразили. Я потерял Дарлинга. Он был первым. Он подвергся воздействию резонанса. Сейчас он его контролирует. Он контролирует всех, кто носит усиливающее устройство. Я приказал им не использовать эти чертовы штуковины. Они не послушались. Гедрон заразил бюро. Им никогда не стать людьми снова. Они либо погибли, либо превратились в монстров. Я их оставлю. У меня есть тайный союзник. Отдел ностальгии. И слайд для диапроектора. Я взял его реликвию в ординариуме после того, как девчонка сожгла их. Он обгорел, но все же работает. Исы спасут нас всех. Я потерял ход мысли. Я схожу с ума. Это сбивает с толку, как будто слишком быстро переключает каналы кто-то. Переключает слишком быстро. Я вижу так много, так быстро. Я не дам им победить. Вот как все произошло. Сначала был заражен Тренч, он включил диапроектор и впустил их. Я запомню. Исы, вот наш враг. Все, что у меня в голове, взрывающиеся ИСы, я здесь в ловушке. Они захватывают нас. Я уже ничего не понимаю. Больше не буду этого делать. Да, доставить почту. Отсканировать бланки. Вот. Доставить почту в офис директора. Опять. Я буду бороться с этим. Я найду способ изгнать их.
Возвращение. Я подобрал хорошую помощницу. Мне нужен мой ствол. Счастье придет. Ты чертовщина. Ты искажен громовой песни. Я знаю, что я должна сделать. Начать. Сначала. Я должна была уже это видеть. Это моя проблема, которую я должна решить. Моя битва. И ничья другая. Я директор. Эй, это доктор Каспер Дарлинг. У меня засекреченное сообщение директора Федерального бюро контроля. У меня плохие новости. Гидрона больше нет. Но он не был источником, он был катализатором. Понимаете? Вы должны прийти ко мне в кабинет в финале. Все будет раскрыто. Найти офис Дарли. Да. Где офис Дарлинга? Офис директора. Конференц-зал. Исполнительное дело. Наверное, что-то здесь. Блять. Может, все-таки вот теперь тебя надо? Не. Здесь был Дилан, я это помню. Но Дилана теперь нет. Опа. Так, это сортир. В сортире тоже ничего нет. О, Джесси? А, везде Джесси? Я только сейчас заметил, что везде Джесси. Я как-то не приглядывался, а сейчас что-то посмотрел. И везде находится Джесси. О. Чё? Я что-то сделал с картиной? What? А, типа, ее триггерит с того, что по ту сторону картины ничего нет, а я все время казалось, что типа было? Или чё? Я что-то совсем под конец стал терять всю суть повествования. А гитарника, это опять туалет. Так тут нет ни... А, во, нашли. И третий раз. Тебя нет. Ты мертва, я не ощущаю тебя. Я не могу, вот чего хотел Дилан все это время. Но есть нечто, я чувствую это. Но это не, я не знаю что. Гостиница является местом. Силой перемен, местом, соединяющим все. Это сон. У меня в голове, почему я не могу попасть в нем туда? Мы опять в этой злополучной комнате, которая всю игру нас преследует. Правда? Дарлинг. Ключи. Дарлинг поехал, короче. Да. Он совсем поехал.
Блин, вот я бы сейчас этот проектор взял бы и сломал. Сука. Чё происходит? Отсюда. Джесси номер два, которая стала зависима от эйсов, становится сильнее. Джесси Полярис. Они вращаются вокруг одной константы. Гедрон мертв, но ты все еще здесь. Во мне. Возможно, Гедрон поместил тебя в мою голову при нашей встрече. А может, ты всегда была там, и он просто пытался научить меня вызывать тебя? Возможно, я никогда этого не узнаю, да? Да и не нужно. Да и нужно ли это? Тренч был первым, кого заразили исы. Это продолжалось многие годы. А его жажда все контролировать лишь все усугубила. Это Тренч взял диапроектор в отдел ностальгии. Он открыл путь для яисов. После того, как Гедрон погиб, яисы пытались заразить и меня. Но я сильнее, чем они. Вместе мы сильнее. Они ждут. Они пытаются остановить нас. Срочное повышение. Если тут внутри, отключи диапроектор, все передачи повреждены, перезаписывание. Да. Именно. Моя сестре снился этот сон. Паршивый сон. А вместе с ней сон видел весь мир. Дилан? Она убедила себя, что не спит. Дилан, да. Она убедила себя, что не спит. Она всегда была упрямой. Я знал, что сон должен был прерваться. Мне нужно было разбудить ее. Мне нужно сорвать стены плаката, на который напились. Боже, чё на этот раз? Нужно было сорвать со стены плаката, которая напялилась. Отрезать ей веки, чтобы она наконец увидела, чтобы спасти ее. Ага. И вот, видимо, вот это мне надо, да? Ты че воточина? Ты искажен громовой песни. Счастье придет. Жемчужины белые, но окажутся желтыми и красными. Я знаю, что он все еще здесь, заперт внутри. Знаю, потому что сама пошла через это. Да, надо, видимо, сейчас освободить Дилана от влияния исов. И не попасть-то под лазеры. Да, вот так быстрее, кстати. Бля, а там их... там их много, да. И... мне надо сначала с вами, пацаны, разобраться, да? Напоследок, так сказать. Во. По красоте. Вот это было красиво. Да, вы так-то ватные здесь. Не как обычно. И вообще, как будто шотаетесь. Ну, изи. Чё-то вы вообще изи тут. Тихо ты. Где мой телекинез, мать вашу? Ага, а вот сейчас уже что-то это. По-моему, они чуть-чуть покрепче.
Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ой, накаркал. Только накаркал. О, нет, все-таки, по-моему, он чуть-чуть поватнее стал. Во. А куда? А, у меня, по-моему, было больше очков. Или я их успел потратить? У меня сейчас 26 тысяч, а по-моему было 46. Ух, ух. Какая жарища-то тут. Кто еще? Блин. Да. Получай. Все. Не даешь мне зарядить пушечку. Вау-вау-вау-вау-вау. Своей же гранатой. Давай. И получай напоследок. Да ладно, вы что тут до бесконечности? О, боже. Все. Да? Теперь вы мне дадите туда пройти, куда мне надо. Спасибо. Вы так любезны. Блин, достал. Я еще так болею. Прохожу контрол. Это, конечно, бесценно. С температурой, заложенным носом. Брать и проходить контрол. Что может быть лучше? А, нет. Заговорился. Меня вот сразу, как заговорился, отвлекся. Они сразу на меня свое внимание. Хоть они и тут все-таки, мне кажется, поватнее будут. Ну дают прикурить. Ау! Ау-ау-ау. Падай! Своим другом. Могу ли я сразу сюда? Вау! Бомбы, бомбы подъехали. Все. А. Ау. Ау, 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 ау. Еще чуть-чуть. Просто чуть-чуть и все. Я бы умер. Оп. Один блок. Один одинокий блок был. На правильно, хоть правильно иду. Нет. Блин. Вот так, сука. Где ты? Где ты есть? Все. Да. А, птица, птица появилась. Все, я убил. Пожалуйста, хоть бы ты сдохла. Еще тебя тут похотела. Блин. Опять же рабас приехал. Та-т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 а. Не надо стрелять в меня. Ой. Ой. Взрывы, кровь, кишки. И матюки. Где-то последний прячется. А, точно, ты здесь. Ты спрятался. Значит, думал от меня уйти, да? Ну, еще и прикладом меня хотел ударить. Все. Где? А, вот. Вот. Шикарно. Просто шикарно. Да, они все-таки здесь поватнее. Видимо, в их измерении, если это их измерение, они будут послабее. Как бы это странно ни звучало. Их измерение не должно быть сильнее. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так.
Надо хлопа забрать. Да. Модификация сейчас самое время, когда я игру уже почти прошел. Где? Где еще? Чего у вас так много? Очень много. Какое-то безумие. Стой. Да. Остановись. Да. Я промазал? Почему я промазал? Подожди. Сейчас он остановится? Если он вообще остановится. Ты, сука. Забайтил меня. Ладно. Нет. Да откуда вы лезете? У вас просто туча. Пиздец. Ну где еще подо мной? Ну конечно. А, ну да, вот вас еще, вот, пацаны, вот самые сильные подъехали. Тупо мясо пошло какое-то. Все. Вот так. И вот так. Ай, сзади, да? Взрывчатка сзади тоже была. Ну что мы творим? Я еще живой. В таких условиях я еще пытаюсь жить. Ага. Ага. Пытаюсь. Вот именно, я пытаюсь жить. Но я на грани. Тупо на грани. Это было потно. Только куда мне дальше идти? А, вон. Вижу тропинку. Хороший знак. Нам осталось совсем чуть-чуть. Вот совсем. Вот последний рывок. Давай, Джесси, давай. Я верю, ты сможешь. Мы сможем вместе с тобой. Вон, это Дилан, видимо, да? Какую-то хрень все-таки шепчет постоянно нам. Да, давай. Вот. Родной, вытаскиваем тебя с этого говна. Яйцо дает трещину, из-за тебя выходит правда. Ты есть дом, ты напоминаешь. Ты есть дом. Ты напоминаешь дом. Ты взял с собой своего босса, своим боссом. Просто какая-то чертовщина. Дилан в коме. Не уверен, остался хоть что-то этого создания. Сможет ли он выбраться из кошмара? Портал закрыт. Но если все еще в старейшем доме. И он останется изолированным от внешнего мира, пока есть хоть какие-то от них следы. Я с командой работаю над решением, но нам предстоит еще очень много работы. Я директор Федерального бюро контроля. И это наша общая проблема. Моя. И ваша. Не, пацаны. Теперь это не моя проблема. Все. Я заканчиваю с этой игрой, а вы там решайте свои проблемы. Сколько он влезет. Да, и это наконец-то нормальные титры, да? Ох, блин, я не знаю, как я это буду все монтировать. Потому что у меня за столько часов записи случилось, наверное, 10 тысяч фейлов. Сколько я раз умирал и по тупости, и не по тупости. Особенно последние две главы, вот это 9-я, по-моему, 10-я. Они были просто что-то с чем-то. Вынос мозга, как и сюжетно, так и геймплейно. В сюжете вообще хрен пойми, что творится. Я, наверное, нить происходящего перестал улавливать ближе... Ну, после, короче, середины где-то так. И сюжет стал для меня чем-то, я не знаю, какой-то абстрактной вещью. Я особо уже дальше так ничего особо не понимал.
Ну, вроде концовка все равно показалась более-менее понятная. Типа, директор остается быть директором, решает проблему с Исами, а Дилан в коме, как и нам показали. По поводу, что хочется сказать игры в целом, так, она, не сказать, что мне не понравилась совсем, но мне было забавно, орно, где-то весело играть, были смешные моменты, но в основном все-таки она меня раздражала. Особенно, когда ходишь по этим тупым коридорам, у тебя разбросаны просто сотни тысяч записок, и ты должен каждую, сука, читать. Абсолютно каждую. Тут такое, я не знаю, безалаберное, как... такая безалаберная подача сюжета, что, блин, мне кажется, так и игры выглядеть не должны. И я, насколько знаю, эта студия, она была... банкротстве, и эту игру прям, я не знаю, чуть ли делая из последних сил, там, какие средства у них были. Но оно, кстати, и видно. Как бы и геймплейно, игра, она как бы однообразная. Просто спамят тебе неожиданно сотни тысяч противников. Ты их должен убить, потом они спамят еще, и ты просто должен взад, вперед, вправо-влево двигаться. Как бы уклоняться, и на этом, в принципе, и весь геймплей заверчен. Сюжет, он тут, как я и сказал, из-за ужасной его подачи, он какой-то очень странный. Он без того сложный, так еще нам его подают в форме всяких там тупых записках. Как бы, наверное, разработчики просто не смогли бы передать это все бы на должном уровне, как и должно было это быть. Потому что они, наверное, сами не до конца разобрались, про чё их сюжет. И да, вы директор федерального бюро контроля, Крис продолжается, ваша работа еще не закончена. Ну, кстати, костюмчик у нее финальный, ничего такой. Мне нравится. Да. Можно проверить, что там по Бекки Шоу Мекка. Вот как называется фильм, о котором я раньше подумала. Неважно, но это он. Да, и опять игра нас кормит какими-то новыми, бесконечными, дополнительными квестами. И да, теперь, хоть и размыто, но мой директор, везде наш портрет. Мы провели крупную реставрацию, сделали, да, миллион работ, нашли миллион, как обычно, записок. Боже. Эта игра даже после своего окончания, она не умудряется, как бы, не перестает подкидывать эти записки. А, центральный отдел. Да-да, директор Фейден, отлично. Хорошая девушка справилась с этим, особенно учитывая то, что она полагает, а так, да. Что по поводу игры хочу сейчас сказать. Видно, что она, как бы, нуждается... доработки. Как будто вообще даже местами такое ощущение, как будто это какой-то инди-проект. Типа. И у нас тут вот кандидат номер 7. Тот костюм, который я так и не смог одеть. Кандидат номер 7. Теперь мы не директор, теперь мы заключенный. P7. Это наш костюм. Ну тогда мы, наверное, что, закончим на этом. Такое вот странное прохождение по игре Control. Надеюсь, вам понравилось. Вообще, если вдруг кто-то каким-то магическим образом зашел на это прохождение, либо вообще просто перемотал случайно это вот до конца этот ролик, чтобы знать, как вам мое мнение, то огромное вам спасибо, что вы хотя бы просто зашли на этот ролик. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, также подписывайтесь на канал. Если вам даже не понравилось, то хотя бы оставьте комментарий, как вам игра. Будет интересно почитать. Ну, а тогда мы что, закончим на этом, да? Тут еще, я так понимаю, очень много квестов, помимо этих, которые вот у меня...
активированные. Сколько еще неактивированных квестов, то есть, которые я еще не начинал. И, наверное, самая лучшая часть этой игры, это был именно пепельный лабиринт, если не ошибаюсь. И вот этот, как его, одноглазое чудовище с телевизора. Вот это было, да, прикольно. Прикольно игралось, но сюжетно это просто, ну, какое-то, какое-то, не знаю, извращенство вышло. Ну, а мы с вами тогда увидимся в других прохождениях, в других видео. Всем пока!